Ну вот, ребят, добрались мы до места. Вот такая вот бетонная площадка. Там впереди вот КПМ, дезинфекцию делает, и там дальше завод. Тут вот машины стоят, тоже ждут. Тут все было забито вчера. То есть так вот машины стояли, там машины стояли. Вот. Сейчас будем заезжать вот на этот дезинфекцию и уже на место выгрузки. Вот, ребят, сейчас пройдем мы дезинфекцию. Побрызгают нам машинку каким-то составом. Что, проезжаю? Не будут брызгать. Не хотят они брызгать. Здесь, что ли? Сейчас, ребят, сходим к этим ниндзя, поставим печать. Ну все, ребят, прошли мы дезинфекцию. Машину чем-то обрызгали. Типа под хлоркой что-то пахнет. Ну, еще какими-то препаратами дает. Мерили мне температуру, опять стрельнули в лоб, так сказать. Все, езжай, говорит, все нормально. Едем, так сказать, все нормально. Это заезжаем мы, ребят, на территорию газоперерабатывающего завода. Века, как говорят, один такой какой-то в Европе будет даже, что ли, ну, вообще в стране или в России, не знаю, но уникальный, как мне сказали, он. Так что посмотрим сейчас. Водоуправление направо, 2 километра. Какой джипик классный. Знак стоит 6 тонн на ось. Ну да, понимаю, бывает. Велесстрой. Подъемники всякие разные. Сколько техники, ребят, сколько кранов сюда пригнали, просто экскаваторы, самосвалы, длинномеры, все вездеходные. Вагончики, так сказать, люди живут, наверное. В каждом вагончике написано «Безопасность прежде всего» на русском и английском языке. Я так понимаю, здесь иностранцы тоже работают.
это вот строечка, вот это вот строечка, ребят. Не маленький, конечно, не маленький будет замок. Уже по масштабам видно то, что он растянулся очень хорошо. Хорошо, ладно. А подскажи, 205-й где? Здесь? Ну все, ребят, значит, мы нормально приехали. Ладно, ребят, от греха подальше снимать ничего это не буду. Не дай бог, как-то проблемы потом будут. Зылька, давай, говорит, езжай за нами. Погружать будет в другом месте. Посмотрим, как это что будет. Футболка, автопилот. Ладно, ребят. Оригинал Thank you.
Вот так вот, ребята, вытащили меня. Помогли. Не бросили в беде, называется. Спасибо. Все, ребят, сейчас сложим ствол, забираем документы и валим отсюда. Все вот так, ребят, у нас сложим ствол. Сейчас с топора сдвигаем. С топора задвинули. Все. Все, мы ствол задвинули, ребят. Я думаю, что потом сядет. Сейчас по кочкам проедем, он нормально встанет на место. Сейчас мы свяжем его крест-накрест цепями, чтобы он не играл, не болтыхался, не стучал. Thank you.
все, ребят. Выгрузились мы. Документы получили. Сейчас едем на выезд. Ходить только в жилете, только в каске. Никак по-другому, никак иначе. Все строго. Газпром называется. Газпром, ребята. И самое интересное, половина работают наши братья с ближнего зарубежья. Зашел к ним в офис, смотрю, и негры сидят, иностранцы, что-то там по-иностранному лопочут. Меня выгнали сразу. Вам здесь не место? Нет, нет, нет. Зона, зона, карантин, зона. Е-мое, ладно. Вопросов нету, вышли. За мной следом спустился мужик, такой видный, нормальный, русский. Давай, давай, говорит, подпишу сейчас, задержать тебя не буду. Раз, 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 все. Легко и просто. Так, а что нам, куда? А, там вот, наверное, выезжать. Просто у них заезд один, а выезд совсем по-другому. Как-то по-другому. Да? Все правильно. Все-таки нам туда надо выезжать. Никак заезжали мы. Но, честно скажу, охрана здесь как-то так более лояльнее относится. Когда я заезжал на месторождение, как оно там, в Затобольском, в сторону Нефтеюганска, тоже газпромовская база, как-то там прям все строго, что-то, все проверили, все бардачки, плитку газовую оставь, ножик оставь, это оставь. Но здесь как бы спокойно, документы проверили. Все, езжай дальше. Может, конечно, то, что только начинает строиться, еще ничего здесь нету толком, так сказать, переработки никакой. Как строительная площадка простая. А когда уже будет прям газоперерабатывающий, там, наверное, уже будет по-другому. Сколько, ребят, здесь металлолома? Ну, шучу, шучу, не металлолом уж, а, как сказать, материала для этой стройки. Что ты, проедь еще чуть-чуть. И все.
показал зеленую бумажку. От руки написано, что и как, какого числа. Я лга-мусульмане. Рвать с этого свободного. Короче, ребят, поездка у нас получилась 10 суток. Сегодня 10-е. Так что кому на будущее, кто сюда, может, поедет, имейте в виду. Ровно 10 суток. Кафешек здесь нету, столовых здесь нету. Запасайтесь, ребят, продуктами, водой. Вода, потому что поганая. И все, и вперед. Ладно, мы едем на стояночку. Всем спасибо, ребят, за просмотры. Кому понравилось, ставьте лайки. Продолжение будет обязательно. Советуйте друзьям. Подписывайтесь, чтобы они подписывались. Будем развиваться благодаря вам, вашим просмотрам. Еще раз огромное спасибо, что смотрите. Ну все, всем салам алейкум. Всем здоровья и удачи. We'll be right back.